Всем привет, друзья, с вами Ниломоб. Мы сегодня поиграем в одну игрушку, демо-версию The Evesome Story of Captain Spirit. Да, эта игра прикольненькая, мы должны дождаться ее официального релиза. The Strange is... Не, Life is Strange. Это от этих разработчиков эта игрушечка. И сейчас она вышла в Steam бесплатная. Мы можем ознакомиться с этой игрой. И, собственно, глянуть, что оно такое. Да, The Evesome Adventures of Captain Spirit. Вот так и называется эта игра. И сразу же мы погружаемся в такую штуковину. Первый логотип должен быть едва заметен. Предварительно проверьте настройки экрана. Первый логотип едва заметен. Ну вот. Продолжить. Так, добро пожаловать в невероятные приключения капитана-призрака. Ну, спирит — это призрак, понятно. Желает персонализировать ваш игровой опыт и собирать информацию о том, как вы играете, для того, чтобы и дальше создавать качественный игровой контент. Вы можете передумать в любое время или пересмотреть ваше решение и изменить данный пункт настроек в меню. Так, вы согласны на сбор данных о игровых привычках и в силе игры? Да, согласен, собирайте. Итак, параметры. Быстренько посмотрим. Настройки и изображение. Дополнительные настройки. Но я тут вроде бы как качество высокое. Тут вроде все хорошо. Наверное, мы можем начинать игру. И если нам какое-то обучение, наверное, и нужно будет, нас по ходу игры обучат. Это игра про мальчика, как я понял. Мальчика, которому 9 лет. Он совсем маленький, и, наверное, с ним будут какие-то постоянно случаться приключения. Эта игра по-любому понравится детям, которые являются такого более младшего возраста. Ну, наверное, все-таки эта игра считается 16+, потому что так, собственно, было указано в игре, что это 16+ игра. Вот, ну давайте ознакомиться, что тут подготовили нам разработчики. Песенка уже сразу начальная, очень классная. Мне даже не хочется говорить, чтобы вы не перебивали себе наслаждение. Итак, нас знакомят с каким-то домиком. Знакомят, вернее, нам показывает дом. Судя, домик на дереве есть у них. Где-то в лесу дом находится, в котором, собственно, наверное, наш главный герой живет. Так, у него есть свой дом на дереве. Я всегда в детстве только такой мечтал, но у меня такого ничего не было, к сожалению. А почему-то мы никак не могли соорудить с друзьями такие домики. О, это наша комната. Power Beer. Сила медведей. Это что, намек на Россию? Так, что за звуки? Это как мультфильм. Он чем-то играет, походу. Что это за планета? Не знаю. Мы здесь еще не были. Он играет с игрушками. Может быть, мы на краю вселенной? Эй, круто, давай поищем инопланетян. Тык-тык-тык. Эй, Земля, задрожала. Эта планета хочет нас есть. Нужно поскорее вернуться на корабль. Давай, убираться отсюда, к черту. О нет, панель управления сломана. Мы застряли в какой-то дыре. Погоди, дай-ка я тебе помогу. Так, что-то у него с рукой происходит. Магия, магия. Космический корабль. Сейчас как бахнет по ним. Что он делает? Эй. Чего? Почему начал двигаться? Мальчик, ты что творишь? Успокой. Он поднял ее силой телекинеза? Он реально может так двигаться? А, он рукой держит. Он рукой сбоку держит, да? Точно! Я думал, он какой-то волшебник. Необычный мальчик. Он самый обычный пацан. Ух, ух ты, супер, ура, мы спасены! Это чудо! Нет, это я, капитан-призрак. Я способен менять реальность. Получилось. У меня по-прежнему есть сила. Так, что он там рисует? Так, так, так. Часы у него какие модные. Теперь мне нужно сделать крутой костюм для капитана-призрака. Костюм? Для полетов нужен классный, красный плащ. Хорошо, что у меня такой цвет есть. Я что-то там не успел прочитать до конца. Так, коричневый взял. Это красный разве? В маске? Маска или шлем? Инкогнито. Маска или шлем? Я сейчас должен выбрать? А как, стрелочками? Или мышка? Я не вижу курсора просто. Маска. Ой. Чё, я как-то... Я не мог выбрать... А, может, скроллингом?
Ага, пока что все круто. Так. А что насчет брони? Легкая броня, тяжелая броня. Какую броню выбирали бы вы? Я беру легкую, чтобы он был более ловкий и подвижный. Легкую. Так, легкая броня. Рисуем, рисуем. Капитан Спирит. Капитан Призрак. Так, рисует там вовсю, рисует такой. А кто-то, подожди, кто-то за ним следит? Супер. Темный костюм или разноцветный? Конечно, разноцветный. Я хочу, чтобы он был яркий персонаж. Так. Так. О, боже мой. Медведь. Пауэр. Акулу схватил. Ниндзя черепашка залезла на дракона огнедышащего. Берегись, мантроид. Я найду тебя. Капитан Призрак готов к бою. Ха-ха. Забавно. Так, Капитан Спирит. Вот так эта игра наша и называется. The Awesome Adventures of Капитан Спирит. Да, удивительная история, удивительные приключения. Капитан Спирит. Здравствуй, субботнее утро. Сегодня я могу делать все, что захочу. Итак, мы находимся сейчас в комнате этого пацаненка, и мы теперь можем им управлять. Боже, как круто! Как? Я могу упражняться с использованием там чего-то. Так, оружие могу взять. Портативная рация. Позвонить. Любимая книга. Чикс, рацию взял. Чикс, чик, чик. Это Крис. Вызываю летающую крепость. Прием, прием. Ответь, прием. Так. Я вас понял. Я здесь. Надеюсь, небесный пират. Что там на горизонте? Ты засек снегомана? Еще нет, его трудно найти из-за метели. Идеальное прикрытие для внезапной атаки снегомана. Будь начеку, держи меня в курсе. Да, сэр, я вас понял. Все, конец связи. Спасибо, небесный пират, конец связи. Чикс, я знаю, что ты где-то рядом, снегомен. Значит, у нас есть враг. Позвонили мы. Что за любимая книга? Посмотреть. Что за книжка? Я перечитал его уже много раз. Далее. Можем листать, да? Это какая-то история про цыпленка? Я скучаю по Хэллу. Кажется, будто он на краю света, хотя он живет на другом конце города. Хэл, это, видимо, его друг? Читать. Спасибо, что дал почитать эту книгу. Теперь моя очередь дать тебе книжку. Твой дружище Хэл. Да, похоже на то, что это наш друг. Так, все, прочли. Так, игрушка у нас на... О, окно. Я могу посмотреть в него? Посмотри. Так, нету тут снегомена. Вот бы поскорее вернуться в летающую крепость. Летающая крепость, ничего себе. Что тут у нас еще на полке есть? Диски, посмотреть. Сегодня отличный день для просмотра «Холодного сердца». В прошлый раз папа просил меня петь потише. А, он пел, когда смотрел мультик. Нормально. Так, гостиница для насекомых. Эй, паучок, ты, кажется, поймал обед своей сети. А улитка движется так быстро, что стоит на месте. Награда. Я могу эту награду тоже как-то посмотреть? Посмотреть, а ну-ка. Мне нравится играть в мяч с друзьями, пока мы не переехали. Ага, они, значит, с папой куда-то переехали. Комиксы, а ну-ка. Мама купила мне столько улетных комиксов. Она говорила, ни за что не выбрасывай их. И не буду. Так, тут мы, кажется, все. Крис, иди завтракать. Хорошо, сейчас приду. Я хочу немножко этот вопрос оттянуть. Сейчас приду. Так, я хочу тут все еще изучить, посмотреть. Так, что-то у нас. Оружие. Капитану Призраку не нужно оружие. Ну, ничего себе. Но часто, на всякий случай. Но чисто на всякий случай. Так, это он что? Энергомедведь. Ты готов к решающей битве между добром и злом? Так, играть, я могу играть? А ну-ка, берем его. Папа меня зовет завтракать. Может быть, мне не стоит играть, пока папа меня зовет? Ноктариус, тебе не победить. Все кончено, энергомедведь. Бум-бум-бум. Не позволяй мантроиду тобой помыкать. Никто мне не помыкает. Антроид, мой командир. И он хочет тебя убить. Лучше сдайся. Нам незачем дроться. Ты мне не указ, энергомедведь. Почему мантроид? Присоединяйся к нам. О, присоединяйтесь к нам.
У тебя крутые способности. Хочешь в наш отряд? Капитану-призраку? Ты шутишь? Он же мой враг. Мантроид запудрил тебе мозги. Ты можешь спасать мир вместе с нами. Не ври. Где бы были ты и твой капитан-призрак, когда меня спас? А, добрёк? Так, прости, заткнись, прости. Прости, Ноктариус. Мы хотим помогать всем. Теперь ты мой враг, получи! А, он не захотел с нами сотрудничать, не захотел с нами в союз заключать. О, боже, они сейчас поломаются. О, зло повержено. Зло упало навзничь. Ох, моя спина! Как ты это сделал? Как? Я не могу двигаться. Капитан-призрак, капитан-призрак! Прошу, помоги, я не справляюсь с Ноктариусом один. Я не могу, капитан-призрак! Так, отпустить его, уничтожить его. Что делать с ним? А я не могу выбрать уничтожить? Или могу? А я скроллингом сейчас двигаю, и ничего не происходит. Стрелочкой тоже, только отпустить могу. Используйте сверхспособности с помощью буквы Е. Уничтожить его. А ну, давайте пробуем. Уничтожить, а ну-ка. Привет, энергомедведь. Я пришел, чтобы уничтожить Ноктариуса навеки. Ты навсегда приходишь. Ты всегда приходишь на помощь. Нет, ты не можешь так поступить. Я лишь марионетка. Тогда я обрежу твои нити. Какие еще нити? Опа, опять магию включил, опять магию. Нет, не надо, не надо. Я сдаюсь, я. Мантроид, владыка, помоги. Ты не можешь меня убить. Ты говорил, что не убиваешь. Ой, кажется, все. Потух. Молодец, но скоро нас ждет битва с Мантроидом. Теперь, когда с нами капитан-призрак, мы всех победим. Еще бы, конечно, победим. Наверное, нужно поспешить туда. Я с этим всем еще, наверное, смогу поиграть и посмотреть это все дело. Все. Крис, иди, уже иду. Секундочку. Уже иду, все, папа меня уже зовет. Слышу, уже иду. Так, это я все изучить обязан. Открой дверь. Так, папа мне приготовил завтрак. Так. О, папа, это наш папа. Привет, папочка. Так, где же мой завтрак? Так. Не игнорируй меня в следующий раз, когда я тебя прошу. Но я без «но». Это тебе не отель. У меня полно своих дел. Налей себе молока. Папа довольно-таки жесткий. Молочко. Я люблю молоко. Я люблю молоко. Обожаю даже, можно сказать. Так, ну-с. Он в тарелку будет его лить или так пить? Что он мне приготовил? Так, молочком. Дальше что? Что там? Яичница? Омлет? Что это? Завтрак чемпионов. Похоже на омлет, да. И пиво. Не понял. Кольцо на руке, он женат. Milk felt full fat. Ты чего хотел? Вафель? Вкусно. Мама лучше делала. Ни в коем случае мама лучше делала, не говори. Вкусно. It's good. Вкусно. А где мама? Ой, ты бы хоть врать научился. Пап, я не вру. Просто яичница очень вкусна. Дружище, я не обижусь, если моя яичница тебе не по вкусу. Я знаю, что до маминых завтраков ей далеко. Знаешь что? Я начну смотреть кулинарные передачи и стану мастером завтраков, а ты будешь моим официальным дегустатором, ладно? Понял. Так. Какие планы на сегодня? Ты пьешь? Ты пьешь пиво? Перед едой? Да, сегодня матч. Папа, можно пить с утра. Какой еще матч? Эй, спасибо, но мне неохота слушать нотации собственного сына. Я много не пью. Ну и знаешь ли, с одной бутылочки все начинается. И тем более с самого утра. Ходить в церковь, как все эти ушлепки? Прости. Папа, не ругайся. Я не ругаюсь. Супергерои не матерятся. Видать, мне в герои... Мне не возьмут в герои. Не. Ты крутой.
Like a rebel. Типа повстанца. Вот таким высоким кажется. Hey, эй, как? Your, как твоя рука? Okay. Не болит? Looks better. С виду получше. Где он ударился? Yeah. Тебя кто-нибудь спрашивал про нее? Говорил что-нибудь? Все нормально. Болит слегка. Well, ну так, болит слегка, капельку. Really? Правда? I can give you a nice ну, дать тебе пакет со льдом и одну из моих таблеток, и боль, и при похоли будет. Мне жаль, что я... что ты пострадал. Все не так плохо, жить буду. Okay. Ладно, не буду тебя донимать. Походу, папа его бьет? Ну что, ты, наверное, рад, что Рождество на носу? Рождество? Всегда. Ты тоже? Всегда. Скажем все. Я так люблю Рождество. Ага, намек. Я надеялся, что Санта, может быть... Что Санта, что Санта? Подарит мне новую приставку, раз моя поломалась. PlayStation или Xbox. Пусть Санта подарит мне новую работу. Ты точно приставку хочешь? Баскетбольный мяч 10 баксов стоит. Да. А раз сегодня суббота, может купим елку? Ты сказал, у нас будет живая сосна. Да, верно, и мы ее купим. Но сперва я хочу посмотреть матч, хорошо? Но ты всегда засыпаешь. Сегодня не усну. И если усну, разбуди меня, и мы пойдем за елкой. Обещаю. Ладно. Обещаешь? Обещаю. О, и мизинец дал. Это так надо, чтобы обещание было сдержано, да? И надо оборвать, по идее. Оп. Сегодня выходные, иди отдыхай. Поиграй на улице, там погода отличная. В общем, ты свободен, гуляй, потом пообщаемся. Так, а он все пиво глушит, у него три банки целых. О, это 1.5 литра, да? Так, доели. Опа, коньяк. Это пиво только начало, у него там еще коньяк. Или ром, или что это, или виски. Боже, папа у нас хорошо... за бутылку взялся. Это очень... Видимо, он напивается и бьет мальчика. Скорее всего, так и происходит. Это печально. Где мама? Куда мама делась? Так. Надо помыть тарелку. Надо убрать за собой. Молоко спрячем. И что, там тоже пива, небось, полно? Так, там футбол начинается какой-то. Баскетбол или что, матч? Ага, он смотрит какой-то спорт. Понятно, про какой он матч говорил. Фух... Okay. Ладно, как бы поступил капитан Призрак? Нажмите эту кнопочку «Всякие прикольные занятия». О, я нажимаю табуляцию, у меня появляется занятие. Теперь я могу сделать костюм капитана Призрака. Думаю, у нас есть все, что мне нужно. Так, где-то здесь закопан клад капитана Призрака. Чтобы найти дорогу, мне нужно соединить две части карты. Тут полно всяких заданий, всякие прикольные занятия. Похоже, Снегомант хочет уничтожить наш город. А теперь только я смогу ему помешать. Так, я не позволю водожору одолеть меня на сей раз. Я могу побить свой рекорд в Мостарт Партии 2, но мне нужно разблокировать папин телефон. Это что? У меня сильная команда супергероев, но я должен следить за Мантроидом и его суперзлодеями. Спорим, что Мантроид все еще прячется в своей планете. В полном облачении я мог бы найти его, используя космический корабль. Давайте по очереди. Вот это. Теперь я могу сделать костюм капитана Призрака. Думаю, у нас есть все, что мне нужно. Нажмем на это. А я не могу сейчас на это нажать. Я пытаюсь, но ничего не происходит. Почему? Возможно, это у меня пока что заблокировано. Еще раз как-то пытаюсь нажать. Нет, ничего я не могу нажать. Нет, ребят, ничего не нажимается. Значит, у нас это заблокировано, получается. Тарелки. Я хочу помыть. Я хочу убрать за собой посуду. Удержите букву Е. Так, 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 так. Моем тарелочку. Убираем за собой. О, холодрыга. Нужно проверить, как там водожор поживает. Водожор — это тот, который нагревает воду. Котел, в смысле, в подвале, да? Кто за нами следит? Стоп! Кто за нами следит, ё-моё? Фруит. Помыл. Папа уже подбухал. Газета. Читать. Что в газете пишут? Скучно. Ага. А я мог нажать читать, там. Boring. Читать.
Так, полиция вновь столкнулась с протестами после убийства. Сиэтл. Беспорядки и акции протеста продолжают сотрясать город спустя месяц после загадочных убийств местного жителя и офицера полиции. Официального заявления полиции на сей счет до сих пор нет. Но, как утверждают источники, жителя застрелил офицер, а причина смерти последнего не установлена. Правозащитники обвинили управление полиции Сиэтла в халатном расследовании преступления, и это привело к началу протестов и беспорядков. Проблемы в государстве, в нашем, по крайней мере, городке небольшом. Желуди, да? Нет, яйца. Что, я хочу пойти в свою комнату и исследовать все, что там было. По-моему, это будет круто. На улицу выходить мне неохота, а здесь что? Мусорное ведро. А это что? Телефонные номера. Посмотреть. Крис, вот самые важные цифры для тебя в этом списке. Ах, да-да. Пап, ну конечно. Что здесь написано? Пицца. Что-то там еще. Читать. Значит, пиццерия Бава Рейнольдс Папин Сотовый. Ух ты, номера. Будем иметь в виду, что здесь, если что, можно будет это дело подсмотреть. Мусорка. Я могу собрать все пивные банки, и мы сдадим их. Ну, а почему бы не собрать? На переработку. Сдадим их на переработку. Конечно, собирай. Можно будет немножко денег заработать. Список покупок. Посмотреть. Что там написано? О, папа пойдет за покупками. Я вижу, там уже пиво. Сахар, бумага, батарейки, кофе, пиво, молоко, чипсы, барбекю. Понятно. Холодильник. Открыть. А ну-ка, что у нас в холодильнике творится? Макароны. Посмотреть. Сейчас еще рано, но я могу сделать макароны с сыром для папы, а то он ленится и ничего не ест. Конечно, приготовим папе, поухажем чуть-чуть. Да, я хоть сейчас могу точнее мяч бросить, папа сказал. А, ну смотрит, мальчик комментирует, понятно. Начинаю отсчет до запуска. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. 2 минуты, готовим... Ролтон. Удержите Е, чтобы использовать сверхспособности, когда проявляется значок. Сверхснособ. Облучить. А ну-ка, облучаем сверхспособностями. Жук-ж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 ук. Жарься. Гори. Ну так сверхспособности же, конечно. Так, микроволновая печь. Мы уже сделали. Посмотреть. Так, все еще не готово. Ну, обратный счет идет. Еще 1 минута буквально. Пивные банки. Посмотреть. Фу, липкие пивные банки. Они уже пусты? Глаза разуй. Твою мать. Вашу мать, это же... Папа ругается. Да, они пустые. Выбросим их. Лучше на переработку оставим. Бросить. Распылить. О, суперспособность есть. Распылить. Неужели пиво... Пивной монстр... Распыляем, распыляем. Серьезно? Суперспособности у нас имеются. Но я же супергерой. Капитан Спирит, как-никак. Так, а что тут у нас? 50 секунд, 49. Ладно, пускай готовится. Я хочу, чтобы оно доготовилось и посмотреть, что произойдет. Пойдемте к папе. О, ноутбук. Посмотреть. Письмо. Ух ты, что за письмо? Это мне интересней. От кого оно? Читать. Мы хотим, чтобы ты знал, как сильно мы любим вас с Крисом, дорогой Чарльз. Я знаю, ты много пытался с тех пор, как Эмили покинула нас. Эмили? Это наша жена? Но мы с вами одна семья, и мы хотели ее сохранить. Крису нужно получить всю заботу, необходимую в столь нежном возрасте. Мы всегда были откровенны с тобой. Прими нашу тревогу как знак любви. Она столь же сильна, как чувство, что ты питал к нашей прекрасной дочери. Это родители... родители жены написали ему письмо. Еще мы узнали от друга, что ты ввязался в какую-то драку в баре, но полиция не стала тебя арестовывать, слава богу. Прошу, береги себя и одумайся. Короче говоря, мы хотим помочь и надеемся, что ты отправишь Криса к нам на весь следующий год или настолько, сколько сочтешь нужным, и запишешься в группу поддержки. Короче, наш папа алкаш, ребята. Он алкоголик. Бабуля, дедуля такие классные, но я папу ни за что не брошу. Так, читаем. Мы тебя никоим образом не осуждаем, а просто хотим проявить любовь и заботу. Пригласил твоего чудесного сына в наш дом. Письмо звучит близко и сухо, и мы хотим
безликая и сухая, но мы хотим, чтобы ты все спокойно обдумал. Прости, если мы вмешиваемся не в свое дело. Мы крепко любим тебя и Криса. Мы будем помогать вам обоим всегда, Питер. Понятно, дальше мотать нельзя. Вот такое письмецо. Обидно, конечно, что мы... Так, посмотреть ноутбук. С камерой. Папа так занят, что не будет возражать, если я зайду в интернет. Опа, а ну-ка в интернет сейчас законнектимся. И вот это же Хави Дэйвин. Это что такое? Какой-то сайт с какими-то макаронами, что ли? Далее. Можно представить, как папа... Это что такое? Дома? Продажа дома? Читать. Что здесь почитать можно? Станьте революционером. Хотите поиграть в Hound Diving Man? Отправьте нам фото вашего ребенка, заляпанного горчицей. Каждый месяц мы разыгрываем море эксклюзивных игрушек от Hound Diving Man. Вы рветесь к победе? Надо и как-то себя заляпать кетчупом. Так, дальше. Читаем. Так, обеспечьте себе реальное будущее. Станьте риэлтором уже сегодня. За 10 недель мы научим вас продавать дома и исполнять желания. Лиза Авена – лучший агент по торговле недвижимостью в Северо-Западе. Она стала звездой НПР и получила звание «Лучший риэлтор 2015-го». Щелкните, чтобы записаться на курс по скидке 10%. Что там еще за сайтики? Ого, он снова хочет купить нам билеты. Он лучший папа в мире. Что за билеты? Стань героем на Герой-иконе 2017. Вступай в наши ряды. Портленд, Герой-икон 17. Так, 15-18 января выставочный центр Портленда. Более 1000 гостей, мероприятий и продавцов. Стань героем и зарегистрируйся сегодня. Так, папа все-таки переживает за меня, но он бухает. Было бы круто запрыгнуть в уходящий поезд. Чух-чух. Так, кому? От NW Railv, кому? Мне. Внимание всего персонала. На днях в наше отделение в городе Бевер Крик поступили многочисленные жалобы на группу подростков, запрыгивающих в поезда на ходу. За ними же числится ряд нарушений в других районах Северо-Запада. Не поддавайтесь на их провокации и не... Идите на конфликт. Вместо этого, обнаружив данную группу, немедленно сообщите о ней бригадиру. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь ко мне по электронной почте или лично в рабочее время. Спасибо. Майкл Стивенсон, оперативный руководитель Northwest Railway. Ага, это с этого самого... это папины страницы. Что-то связано со спортом, да? Поиск. Игроки, команды, сезонный результат, список, стартовые составы, войти, зарегистрироваться, прогнозы, игроки, статистика игроков, рейтинги. Папа что, еще и ставками увлекается? Я не понял, но это же не очень хорошо. Так, а что там с нашей Мивиной? А я могу бегать? Посмотреть. Still in progress. Так, еще не готово. 15 секунд. 14. 10. Я могу использовать суперспособность? Так, 5 секунд. Сейчас посмотрим, что произойдет, когда оно приготовится. Я смогу папе ее отдать, чтобы он покушал. Е, чтобы использовать сверхспособности. Дать папе. А ну-ка, что произойдет? Наверное, он уже пьяный, напился того коньяка. Так, мы приготовили для него лапшу. Ну, это как Ролтон или как Мивина, да? Пора перекусить. Это ты для меня приготовил? Ты всегда сидишь, когда смотришь игру. Вот и решил, что ты покушаешь здесь. Я могу макароны с сыром за пару минут сварганить. Неплохо, очень неплохо. Ну, дружище, теперь ты у нас шеф-повар. Так, папа. Самые вкусные макароны с сыром были у мамы. В смысле, да, она готовила крутые макароны с сыром. Но это лучший перекус во время зимнего матча. Спасибо. Ты сперва попробуй. Что там пробовать, господи? Лучшие макароны с сыром ever в мире. Так, ну вроде бы мы угодили папе. Ест, как-никак. Так, и дальше что? Я могу двигаться? Нет. Что-то них отставил. Наелся, что ли, уже? Так, поговорить с папой. Посмотреть. Наверное, не стоит сейчас его отвлекать от футбола. Машинка. Печка. Добавить полено. А ну добавим полено. Чтобы было не так у нас холодно в доме. Чикс. О-о-о-о. Полено. Сейчас как за... Какие носки у него прикольные, кстати. Жукс. Все, добавил. Теперь... Прощай, полено. Попрощался с ним.
Печка. О, я могу использовать... Сжечь. Сейчас будем использовать суперсилу. Суперспособность. Гори же, гори, гори. Так, хорошо. Сожгли это дело. Папу пока я не трогаю. Так, а там какая-то книга лежит. Поговорить с папой. Фотографии, посмотреть. Папа теперь так не улыбается. Ага, папа когда-то был баскетболистом? Победитель чемпионата 2005 года. Ничего себе. И он реально такой довольно высокий. Посмотреть награды. Папа был таким известным. Вон, он играл какой-то спорт, походу баскетбол. Да, вон, баскетбольные картинки, посмотреть. Опа. Если бы я мог вернуться назад во время, я бы сходил на его матч. Далее. В баскетбольной форме он выглядит совсем по-другому. Да, папа бывший спортсмен. И довольно-таки неплохой судья, если у него были награды, да? Так, бутылка, посмотреть. Зачем он пьет, если потом только сердится? Я не знаю, зачем он пьет. А что, я могу суперспособность использовать какую-то? Что я делаю? Я... Ой, папа заметил. Ой, сейчас разозлится. Ой, сейчас разозлится. Крис, я вижу, что ты делаешь. Прекрати. Я ничего не делал. Папа нервируется, когда я трогаю его бухлишко. Понятно. Лучше с этим мне... Телефон. Мы тут все... Я хочу в свою комнату. У меня там были какие-то еще... О, книги. Еще тут глянем. Надо бы почитать. Это что такое? Города боли. 50 убойных вестернов. Автор Микель Фреско. Назовут. Дальше. А это, наверное, ужасы. Надо бы почитать. Боже, какое-то страшное. Автор Тиффани Крок. Дневники Беладонны. Телефон? Эй, можешь взять трубку? Могу. Почему бы нет? Ответить. Кто там? Кто звонит? Алло. Алло. Доброе утро, сэр. Как ваши дела в этот славный день? Нормально. Эй, кто это? Кто там названивает? Не знаю. А кто вы? Я рад, что вы спросили, молодой человек. Меня зовут Джек. Я один из прохожан Всемирной Церкви Вознесения. Я хочу рассказать вам и вашим близким об Иисусе, нашем Господе и Спасителе. Наша церковь желает, чтобы вы и ваши близкие причастили Святому Духу. Дух? Да, мы просто матч смотрим. Помните, что наш Господь всегда присматривает за вами. Кстати, я могу поговорить с твоей мамой или папой? Ну, я сначала спрошу. Крис, с кем, черт возьми, ты там говоришь? Ни с кем, пап. Иисус? Повесил. Если бы сейчас он папе дал трубку, скорее всего, бы этот священник бы нарвался на крупные неприятности. Он бы его сейчас послал, 100%. А что мы сейчас используем? Куда мы позвоним? Я же знаю несколько телефонов. Позвонить папе. Папе не нужно. Позвонить Рей 0 сам. Позвонить в пиццерию. О, пиццу закажем. О, пицца. Алло. Бонжур, пиццерия Бава сейчас закрыта. Если вы не торопитесь, мы работаем с вторника по воскресенье с 11 утра до 11, до 10. Если вы хотите оставить сообщение для Августа, пожалуйста. Пицца, чао. Ребята, полчасика мы поиграли. На этом, пожалуй, первую серию по этой игре. Не вздумай хулиганить там с телефоном. Мы завершим, но я сейчас сниму вторую серию и постараюсь сегодня же ее выложить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.